Мы рады приветствовать вас на региональном этапе всероссийского конкурса детских театральных коллективов «Театральная юность России». Очень радует, что Новый год сегодня в зале. Небывалое количество участников, это тоже не может не радовать. Как мне сказали, вот по итогам заявленных коллективов и заявленных участников, мы бьем все рекорды, мы продолжаем расти, и количество победителей по данному направлению и в данном конкурсе на всероссийских мероприятиях тоже не может не радовать. Всем удачи, всем успеха! Уже всем сказано и всем победы. Спасибо большое вам за то, что вы вместе с нами. Впереди тяжелый день, но он будет богат на открытие. Всего хорошего. Мы находимся на региональном этапе конкурса «Театральная юность России». И прямо сейчас мы узнаем, каково быть среди участников этого прекрасного мероприятия. Оставим здесь Золушку. Уже не в первый раз здесь и вообще не в первый раз выступаем. Кто вы в Золушке? Я отец Золушки, получается, лесничий. Я буду, так сказать, морально поддерживать Золушку. Я принц. Принц? Да. Я король, я отец принца, и я в течение всего спектакля пытаюсь найти ему жену как бы, и в конце нахожу. Да. Что сегодня будете показывать на сцене? Экранизацию романа «Повелитель мух». Я буду играть маленького мальчика Персиваля, который будет бороться против добра и зла. Я должна быть самым здравомыслящим и добрым персонажем. Что будете показывать здесь? Какие ощущения перед выступлением? Страшновато. Чуть-чуть волнуюсь.